Всем привет, меня зовут Алина, я приветствую вас на канале Грамотная Мама. Сейчас я вам расскажу про лактостаз. Что же такое лактостаз? Это закупорка путей, либо уплотнение, да, которое возникает в груди при кормлении ребенка. Итак, если все-таки произошел лактостаз, что же делать, куда бежать, чем помочь? Во-первых, сбивать температуру можно, но в этом нет необходимости, если она невысокая, да, то есть 38,5 и выше, тогда можно сбить температуру. Конечно, необходимо посоветоваться с врачом по поводу назначения лекарств, но можно использовать лекарства, которые дают деткам. Итак, как же бороться? Вот если сбили температуру, первое, самое действенное, это, конечно же, ребенок. Еще раз повторюсь, прикладывать ребенка нужно к той доле, в которой произошла закупорка. То есть, показываю, если произошла закупорка, вот здесь, в верхней части, очень часто происходит закупорка, нужно положить ребеночка вольтом, то есть его подбородок должен смотреть сюда. Если произошла закупорка подмышечной впадине, нужно покормить ребенка из подмышки, то есть подбородок ребенка должен смотреть в область подмышки. Ну и если здесь закупорка, что редко, то есть, ну, здесь просто тоже приходится вертеться, но тем не менее в этих областях редко происходят закупорки, в основном вот верхние доли и подмышечные области подвержены лактостазам. То есть меняйте позы. Покормили ребеночка, не помогает, не проходит. Следующее, что можно, это, конечно же, использовать молокоотсос. То есть покормили, сцедили, не прошло. Дальше что делаем? Снова кормим. Пусть он досасывает, пусть после молокоотсоса он дососет. Точно так же подбородком в необходимом направлении. Массаж. Да, то есть ручное сцеживание. Если нет молокоотсоса, можно обойтись без него. Массаж при лактостазе я себе делала в душе. Так, одной рукой поддерживаем грудь, другой рукой круговыми движениями. Как бы от конца груди к соску массируем. Вот такими вот круговыми движениями это все происходит. Снизу вот так вот это все делается. То есть вот так массируем, потом точно так же сцеживаем. Вот так, здорово. Да, то есть вот так вот, такие движения рук.